А перед началом ролика хочу посмотреть очень классный канал Анастасия Шаурма. Да, пацаны, это девушка, которая снимает Гитак РМП. Да еще и на проекте Амазин Ролеплей. Просто идеально. Поэтому ссылочка на ее канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Реально очень классно снимает, приятный голос, прикольный монтаж, поэтому подписывайтесь. Сам ее смотрю и вам советую. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в чемпионаточку на сервере Амазин Ролеплей. Первый сервер, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте увидеть по ним при регистрации. Ну что ж, пацаны, наконец-то мой аккаунт разбанили. Кто не знал, я был в бане на 3 дня за то, что получил 3 варна, то есть 3 из 3. Но меня разбанили, поэтому не переживайте, можете даже об этом забыть. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет новая серия. А именно в этой серии я вам покажу то, что я вам давно обещал. Это то, что вам не показал в 2018 году. То есть это бизнес, который я купил. Потом это новая машина семьи, колонку, которую я купил уже в 2019 году, но в принципе не важно. И некоторая информация про семью важная. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки, набираем под этой серией 200 лайков, и выходит новая серия. Почему 200? Потому что 100 лайков вы набираете быстро, за что вам очень большое спасибо, но я не успеваю снимать и монтировать. Поэтому, пацаны, 200 лайков, и выходит новая серия. Все, погнали! Но пока я еду, я хотел бы вам напомнить, что у меня есть свой промокод. Вы можете вводить его при регистрации. За него получите неплохую сумму денег, а именно 150 тысяч. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. То есть в общей сумме 150 тысяч. Поэтому вводите мой промокод, он будет на экране и в описании под этим видео. Ну что ж, пацаны, вот я нахожусь возле своего нового бизнеса, который я купил еще в 2018 году, ну в конце 2018, в принципе, неважно, это компьютерный клуб в городе Арзамас. Вы скажете, типа, ну нахрена ты его купил, он у тебя был, типа, когда-то. Но, блин, тогда там финки не было, здесь еще финка, знаете, более-менее, хотя бы, поэтому я его купил. Я вообще без бизнеса не могу, я вот продал спортзал в Арзамасе, тоже вот тут рядом, и искал бизнес 3 дня, в итоге нашел только этот бизнес и взял его за хорошую сумму денег. Сейчас я уже могу дороже продать, мне уже предлагали, но пока что я этого делать не хочу. Давайте я вам покажу, где доходится. Короче, просто берете, пишите /GPS, потом бизнес, выбираете 6-й пункт. Потом выбираете 10-й пункт, компьютерные клубы. И здесь будет вот самый первый, 57-й получается. Компьютерный клуб я задрот. И вот здесь находится мой, если что, бизнес, как бы. Вот такие вот дела. Что вообще есть в этом бизнесе? Давайте я покажу для тех, кто не знает. Вот, подходим на этот чекпоинт, нажимаем. И здесь есть Counter-Strike. Так, купить билет. И здесь есть два режима. Режим команда на команду, то есть там спецназ против террористов. Либо сам за себя. Это пинбол. Ну, наподобие пинбола, короче. Вот такие вот делишки, пацаны. Вы, получается, покупаете билет, допустим. Куда мы можем купить билет, я даже не знаю. Давайте команда на команду или режим. Я точно не знаю, куда можно попасть. Короче, покупаете билет и вы телепортируетесь вот сюда. Нажимаете Alt. И, короче, вы там стреляетесь. Ну, довольно-таки прикольно. Я вот с пацанами с вами бы ходил, с подписчиками семьи там и не только. И довольно-таки классно. Но это можно делать только раз в час. То есть раз в час можно играть. Так, давайте я вам покажу, наверное, самое интересное. Это финку и его госку. Так, пишем Business, короче. Вот, компьютерный клуб, я задрот, я название не стал бизнеса менять. Я когда покупал, я снимал видео, но оно мне не понравилось, поэтому я его не выложил. Короче, вот баланс 9000, это за сегодня получается. Оплачено 29 дней, цена за вход. Пацаны, вход будет платный, потому что я вот ездил в Юшку, там вход вообще 5000, поэтому я вот хотел сегодня поставить цену другую. Так, изменить цену за вход, 3 семерки давайте поставим, чтобы красиво смотрелось. Так, вот, теперь 3 семерки вход, короче. Цена за один товар 100 рублей, количество товаров, это все понятно. Ну, давайте я вам покажу финку, наверное, это самое интересное будет. Вот такая вот финочка. Она, кстати, что-то багается. Вот я заметил, на многих бизнесах сейчас финка багается, типа вот такие нули. Как бы деньги капают, но типа показывают день 0. Как бы это довольно-таки странно, и надеюсь, что это пофиксят. Это не только у меня в бизнесе такая тема, это и в разных бизнесах, поэтому это, скорее всего, какой-то баг. Ну, в принципе, я думаю, не важно. Так, что здесь есть из улучшений? Я вот, честно, даже не помню. А, только маркетинговая компания куплена, и все. Я не вижу смысла, типа, покупать сигнализацию, не тушить или там изменить название бизнеса, еще продуктов покупать. Я не хочу в него влаживаться, как бы. Я его купил за хорошую сумму денег, и как бы он так приносит прибыль, поэтому влаживаться в него, я думаю, нету смысла. Я думаю, с бизнеса все понятно, поэтому идем дальше. Хочу передать привет моим подписчикам Артуру Картунову и Ивану Забр.
Ну что ж, теперь пришло время показать вам новую машину нашей семье. Феррари вроде бы как вы видели, а вот гелик мы купили недавно, тоже в 2018 получается. Ну, в конце 2018 мы его купили, этот гелик. Как бы я не очень люблю гелик, но один можно было купить, мы скинули семьей и его купили. Также мы купили вот такую вот Ешку получается. Е63С, тоже такая прикольненькая, в принципе. Номера мы ставили, я думаю, вы это, в принципе, видели. Вам это рассказывать не нужно. И вот тоже недавно, по-моему, не знаю, либо в этом году, либо в том, я точно не помню. Я вот скинулся тоже с пацанами, там, скинул, по-моему, лямов 7. И они еще подкинули бабок и купили вот такие вот Мерседесы AMG GT. Ну а пока мы находимся в особняке семьи, я хотел бы рассказать о нововведениях, которые произошли у нас в семье. Я говорю не про машины, а именно про правила и повышение. Наконец-то я ввел систему повышения. Сейчас вам все расскажу и покажу. Первое — это новое правило я добавил в семью в этом году. Это то, что кто не активит больше недели, то есть кто не заходит больше недели в игру, того мы выгоняем. И поэтому у нас сейчас очень мало людей. Ну как мало, мы на первом месте до сих пор, но я постоянно чищу людей, короче, которые не активят. Поэтому у нас сейчас только активные. Мы постоянно каждую неделю чистим тех, кто не заходит в игру больше недели, чтобы как бы за них просто зря деньги не платить и чтобы у нас в семье были только активные люди. Ну, понятное дело, если вы куда-то уезжаете, вы можете меня спокойно предупредить, и я вас не буду выгонять. А так, если вы без причины не активите, то я буду просто-напросто выгонять из семьи. Я думаю, это все понятно. Итак, система повышения. Я ввел вот такую систему повышения. Повышаю только самых активных игроков, которые часто играют, соблюдают правила и помогают финансовой спаме. Но я считаю это правильно, потому что, ну, зачем повышать тех, кто, блядь, заходит раз в месяц, грубо говоря. Ну, не в раз в месяц, но вообще мало играет, там, час в день, допустим. Зачем их повышать по рангу? Как бы этот ранг ничего не дает, кроме четвертого ранга. Четвертый ранг — это заместитель. А так, первый ранг — это пацан, третий ранг — это мужик, точнее, второй ранг — это мужик, а третий ранг — это дядя. Если что. Поэтому вот такая вот будет система повышения. Как бы, кто хочет, может повышаться. Кто не хочет, может не повышаться. Как бы, я никого, если что, не заставляю. Ну и последнее, что бы я хотел вам показать, это колонка, которую я купил, в принципе. Это уже вторая колонка в моем владении, так сказать. Но первая не работала, там сайт, была проблема с сайтом. Потом мы это исправили. Как бы, она-то работает, а не работает, поэтому, блин, я не знаю, оставлять эту колонку, либо продавать, потому что то ты можешь загрузить музыку, то ты не можешь. Это реально бесит. Короче, пишем команду Music и поставить музыкальный центр, в принципе. Он 110 миллионов, то я брал его бэушный, в принципе, потому что, ну, за 10 брать, ну, это глупо было бы. То же самое, как бы. Какая разница, что за 10 купить, что бушу там за 7 купить, например. Как бы без разницы вообще. Поэтому вот такие вот дела. Чтобы включить музыку, нужно прям вплотную к нему подойти, присесть, пишем команду Music и включить песню. Как бы я могу включить песню, но вы все равно слышать не будете. Всего можно загрузить, если что, 10 песен. У меня тут 7 песен, потому что я удалил. Хотел вчера загрузить, но почему-то не грузит, короче. Надо будет еще сегодня попробовать. Ну, короче, вы поняли, думаю, эту всю тему. Можно убрать его, в принципе, здесь написана информация про него, которую можете прочитать, в принципе. Можете на паузу поставить, прочитать, кому нужно. Я, в принципе, вообще-то не читал, потому что здесь все очень легко и просто с этим музыкальным центром, и потом пишите обратно Music и убрать его просто, и все. Как бы вы не сможете поставить рядом два музыкальных центра, потому что, ну, система вам этого не даст сделать. Допустим, вот, здесь я поставил свой музыкальный центр, а другой игрок сможет его поставить, допустим, вот, на другой площадке, где вертолет стоит. Типа, далеко должны они друг от друга быть. Это хорошо, что так сделали, в принципе. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, вводите мой промокод. Напоминаю, набираем 200 лайков и выходит новая серия. Все, надеюсь на вашу активность, на ваши приятные комментарии. В принципе, всем пока-пока.